Интересы жителей нашего муниципального образования представляют народные избранники, депутаты Славянского районного совета. Они активно работают на благо славянцев, стараясь обеспечить жителям более благополучную и комфортную жизнь. Работа с избирателями требует постоянного внимания к их проблемам. Нужно держать руку на пульсе жизни, чтобы своевременно оказывать помощь жителям. Именно для этого депутат Совета муниципального образования Славянский район 7-го созыва Ольга Леус провела рабочее совещание с администраторами по работе с населением 6-го городского избирательного округа. Кто, как не они, ближе всего находится к горожанам и знают, что необходимо сделать в настоящее время. В ходе этой встречи собравшиеся обсудили совместные формы работы по исполнению наказов и предложений жителей города, которые поступили к Ольге Леус в ходе избирательной кампании и на личных приемах как депутату. Надо будет посмотреть, чтобы ничего мы не упустили, чтобы, конечно, все пожелания наших жителей здесь были отражены. Те, которые выполнены, мы будем их уже отправлять в ежегодный отчет по деятельности депутата. Были обращения, которые на стадии работы уже обращались по этим вопросам в разные службы, ведомства разного уровня, региональные, различные службы и администрации города, района, краевые администрации. То есть мы сейчас изучаем, на каком этапе решения этих вопросов, чтобы это, конечно, продолжить. И есть новые обращения, по ним, конечно, тоже идет отработка, возможно, как возможно решить те или иные вопросы. Конечно, решение таких вопросов, как освещение на улицах, как асфальтирование дорог, ну и так далее, они просто жизненно необходимы для того, чтобы комфортно проживать. Вот чтобы ничего не упустить, сегодня мы с вами встретились, чтобы вы еще посмотрели, мы подпишем этот документ, и из которого уже мы будем формировать конкретный план действий. Многие вопросы горожан уже были решены оперативно, остальные находятся в работе. Это строительство и ремонт дорог, тротуаров, освещение улиц и другие. Они прорабатываются с городской администрацией с тем, чтобы их можно было решить. По итогам рабочего совещания был составлен и подписан перечень социально значимых вопросов, которые войдут в перспективный план работы депутата до 2025 года. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Работа с избирателями требует постоянного внимания к их проблемам. Нужно держать руку на пульсе жизни, чтобы своевременно оказывать помощь жителям. Именно для этого депутат Совета муниципального образования Славянский район 7-го созыва Ольга Леус провела рабочее совещание с администраторами по работе с населением 6-го городского избирательного округа. Кто, как не они, ближе всего находится к горожанам и знают, что необходимо сделать в настоящее время. В ходе этой встречи собравшиеся обсудили совместные формы работы по исполнению наказов и предложений жителей города, которые поступили к Ольге Леус в ходе избирательной кампании и на личных приемах как депутату. Надо будет посмотреть, чтобы ничего мы не упустили, чтобы, конечно, все пожелания наших жителей здесь были отражены. Те, которые выполнены, мы будем их уже отправлять в ежегодный отчет по деятельности депутата. Были обращения, которые на стадии работы уже обращались по этим вопросам в разные службы, ведомства разного уровня, региональные, различные службы и администрации города, района, краевые администрации. То есть мы сейчас изучаем, на каком этапе решения этих вопросов, чтобы это, конечно, продолжить. И есть новые обращения, по ним, конечно, тоже идет отработка, возможно, как возможно решить те или иные вопросы. Конечно, решение таких вопросов, как освещение на улицах, как асфальтирование дорог, ну и так далее, они просто жизненно необходимы для того, чтобы комфортно проживать. Вот чтобы ничего не упустить, сегодня мы с вами встретились, чтобы вы еще посмотрели, мы подпишем этот документ, и из которого уже мы будем формировать конкретный план действий. Многие вопросы горожан уже были решены оперативно, остальные находятся в работе. Это строительство и ремонт дорог, тротуаров, освещение улиц и другие. Они прорабатываются с городской администрацией с тем, чтобы их можно было решить. По итогам рабочего совещания был составлен и подписан перечень социально значимых вопросов, которые войдут в перспективный план работы депутата до 2025 года. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».